Итак, Владимир Высоцкий, разговор у телевизора. Ой, Вань, гляди, какие клоуны, руки в завязочки пришли. Ой, до чего они размалеваны, а волосы как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, на Шурина такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, ты глянь, я прав, Вань. Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождёшься у меня. А чем болтать, села бы, Зин? В антракт сходил в магазин. Что, не пойдет? Ну я один, подвинься, Зин. Ой, Ваня, гляди, какие карники. Джинсеты это не шьет. На нашей пятой швейной фабрике такое вряд ли кто пошьет. А у тебя либо, Вань, но все друзья такая рвань, дают всегда в такую рань, такую дрянь. Мои друзья хоть не в полонии, зато не тащут из семьи, а гадость пьют из экономии, хоть поутру да на свои. А у тебя подруги, Зин, тележат шапочки для зим, от их не скучных образин, дуреют, Зин. Уж ты бы лучше помолчала бы, накрылась премия в квартал. Кто мне писал на службу жалобы? Нет, это я же их читал. К тому же я думаю, кузин, тебе на 5 по 41, тебе шитья пойдет, аршин, где деньги, Зин? Смотри, как вертится нахал. Зав цех наш, товарищ Затюков, недавно в клубе так скакал. А ты придешь домой, Иван, польешь и сразу на диван, или он кричишь, когда не пьян. Ты что, Иван? Ты, Зин, на хрубость нарывайся. Все, Зин, обидеть норови. За день так накуркаешься, придешь домой, там ты и сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет в магазин.